как разобрать и помыть мультиварку, снять клапанную крышку и резиновый клапан, провернуть крышечку против часовой стрелки и промыть ее под проточной водой, протереть нагревательный элемент и стенки мультиварки изнутри, снять крышку, нажав в верхних уголках защелки, мы нажимали чайной ложечкой. Хорошо промыть крышку с обеих сторон, это самое загрязненное место в мультиварке. Также протереть саму крышку мультиварки внутри и снаружи и клапанные отверстия. Собираем клапанную крышку, вставить ее и провернуть по часовой стрелке. Поставить на место резиновый клапан. Поставить клапан на место и слегка придавить его. Вставить крышку внизу в пазы и сверху придавить ее до характерного щелчка. Все, мультиварка очищена, можно пользоваться.